Мне когда тетрадь вернешь? Ну ты же рядом живешь, после школы зайдешь, заберешь. Родители ничего не скажут. Они на работе. Рассветы. А вы что тут делаете? Живем. Здрасте. Да смывайся ты уже! Отец! О! Тихо там! Никак уплывать не хочет. Ой, здрасте. Да куда ты руки-то не помыл? Да я там даже ничего не трогал. Все за стол! Я не хочу. Да у тебя теперь выбора нет. И давно вы знакомы? 4 года. Ого! Мы за это время уже тебя родили. Не мы, а я. Вот знаешь, я вообще-то тоже переживал. Так переживал, что напился и уснул. Чего ты вот сразу плохое-то вспоминаешь? Не знаешь потом, как плохо было? Бедненький. Да нет, мы 4 года в одном классе учимся. Так вы не вместе? Нет. Точно? Да, я один. Ты да? А у меня 3 младших брата и сестра. Ты чё, опять белку словил? Ты ж один в семье. Вот ты вот вообще фишку не рубишь. Я сейчас буду яйцом жонглировать. Не надо. Слушай, они на самом деле нормальные. Ну, может, не всегда. Да все нормально, у вас такая интересная семья. Ты сейчас отхватишь у меня. Бежим, мамка взбушевалась. Выпускной через 2 месяца. Надо решить, кто с кем танцевать будет. Давайте ветеринаров с новенькой. А я уже с Геной танцую. А Гена не будет против, если к вам 3-й присоединится? Говорит, что нет. Я против. Я не хочу втроем танцевать. Гены не существует. Еще как существует. Дима с Леной. А чё сразу я? А ты чё, против? Не знаю ещё. Димасик звонил. А кто это? Сын. Всё время забываю. Просил из школы забрать. Ведь чё, таксист что ли? А я вот уборщица. Постирай, приготовь, убери. А чё, нет? И раз, и два. Это ты мне на ногу наступила или Гена? Хватит на сегодня. Наконец-то. Это я должен сказать наконец-то. Спасибо за танец. Было отвратительно. Взаимно. О, как у нашей невестки дела? А я откуда знаю? О, а у тебя? Поехали. Что-то меня одни токсики окружают. Ученые выяснили, что мужчины пукают чаще, чем женщины. А ты пукаешь? Нет. Ой, да ладно, поди как бзнешь, так подлетишь. Сегодня собрание в школе. Папа сходит. Да? Да. Да? Я там никого не знаю даже. Кстати, как там твоя Ленка? Она не моя. Сходишь? Нет. Почему? Нету интереса. Сейчас появится. Алло, мам? Вот что ты сразу на крайние меры-то идешь? О, тухло тут, да, как-то? Угу. Может, это? Пивка для рывка? А чё? Давай. Залетай! Колы, колы! Что происходит? Мы сдержались и стали птицами! О, это же невеста моего! А чё это он? Уснул? Вставай! Алло. Дрова подкинуть? Чё? Отца, говорю, приходи забирать. Ну ты извини, если чё. Моя невеста, ты моя... Заткнись. Ну ладно, до завтра. Угу. Леной! Смотри, я птица! Опять ты меня, белка, обманула! Димасик, чё кислый такой? На ДРЭ хотел сходить. Боюсь, мама не отпустит. Не надо никого бояться, я вот никого не... Господи, чё орать-то так? Шрек-шрек, а где осёл? Напротив меня сидит. Димасик, слышишь, что про тебя говорят? Можно я погулять схожу? Сходи. На день рождения в коттедж. Ну тогда нет. А, ну что, пусть сходят. Или не пусть. Ну пожалуйста. А кто следить там за тобой будет? Хочешь, можешь с отцом пойти. А чё, я не против. Ни за что. Ну не больно-то и хотелось. Ну вот если бы Лена с тобой пошла, я была бы не против. Ага, сейчас. На батю надо было соглашаться. Алло, на ДРЭ хочешь пойти? Нет. А я уже еду. Удачи. К тебе. Делитесь на команды, капитаны Дима и Полина, я пока журнал заполню. Маша. Не поняла. Ну выбирай быстрее, Лена или ветеринаров? Ветеринаров. Ну все, Лена к нам. Окей. Да подожди. Ты обиделась? Нет. Походу обиделась. Ты-то тут откуда? За тобой приехал. А что случилось? Изменяя ветеринарова, он выбрал ветеринарова. Это жестко. Ну ты же правда плохо играешь. Сына, сам себя закапываешь. Так, все, я не... Да невеста, невеста, все мы помним. Ща едем к нам мириться. А че кислые-то такие? Давайте, может, это вечериночка. Тебе бы у нас хоть все развлекаться. Я, наверное, пойду. Дима проводит. И ты туда же. Не чай, пожалуйста, с шиповником. Чем я вообще связалась с вашей семьей? Тебя что-то не устраивает? Да. Зачем я вообще связалась с вашей семьей? Походу, приехали. Что-то Димасика давно нет. Ой. Знаешь, как я по молодости? Как? Никак. Вы там? Нет, блин, сбежали. А, ну ладно. Ты что сделал? Здесь мы. Тебе это нравится, что ли? Должен был уже прийти. И вообще, у меня, может, парень есть. Чего? Позвоню. Знаешь что?
есть, у тебя еще и телефон ловил. Ай-яй-яй. Дом новый, а лифт посмотри какой. Ну как посидели? Огонь. Она к нам больше не придет. Как? Вы собрались? Да. Какой красивый. У меня штаны не застегиваются. А там, оказалось, другой ответ был. С ним правда что-то не то. Про Лену ни слова не сказал. Мне там перетянуло все. Ай, иди садись, мы сзади места займем. Дорогие выпускники, сегодня у вас важный день. Ты че? Я ща перну. Ты можешь потерпеть? Чего ни беды не миновать? Мне не надо было продушиться. Да кто ж знал-то? Мы его поэтому и выбросили, я не знаю, зачем ты его из помойки достал. Вам лишь бы все выбросить. Ну что, кто желает? Побегу, пожалуй. Папа Димы, отлично. Что вы хотите сказать, что должны знать все? Ща полетят снаряды. Привет. Виделись. Ты не обижаешься? Не, все норм. Ну хорошо, а то я думал... Наконец-то! Привет. А это что за сосуля? Так-так-так-так-так-так, мы едем пить. А что это он? Выпускному готовится. Но я напиваюсь. Ну как вам лучок? Козырный? Я не пойду с ним. Господи, что-то правда ужас какой-то. Ты фотик взял? Я взял лучше камеру. Я остаюсь дома. А Лена-то придет? Наверное. У нее же выпускной. Ждем-с. Слушай, она мне даже никогда не нравилась. О! Ну где френд мой? Кто? Батя, говорю, где твой? Вон стоит. Братан! Привет. Ну ладно. Сегодня вы отправляетесь во взрослую жизнь, где вас ждут новые проблемы. Господи, хоть бы крышку снял. Мы начинаем. Туси! Я хочу сказать слова на путстве. Дети, жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Золотые слова. Прекрасный тост, но теперь сейчас конкурсы. Сейчас смешной папа. Отлично сочетается с твоим. Славу Марвел врубай! У нас сейчас конкурсы. А ты куда поступать собираешься? Да не знаю. Лёва. ГИМО может. Иди-ка ты нахуй. Со своими конкурсами. Танцуют все! Где я? На Мака. Это где? А ты разве не помнишь? А помнишь, как я к тебе за тетрадкой зашла, там твои родители? Дети, мы едем на остров Мако. Зачем? Вас через несколько лет спросят, кем вы стали, а вы такие взяли и русалками стали. Кайф? На меня воду пролили. Бежим. Никто не должен узнать наш секрет. Белка. Вот моя дочь идет на экономиста. А мой на юриста. А помнишь, ты со мной на выпускной танцевать не хотела? Да. Дима, давай ты тоже на юриста пойдешь. Мам, мы уже обсуждали это. Я иду в театральный. Ты все еще что? Ну в кого ты актер? У нас никто этим не занимался. Рики, суши хвост. Ща, братан. Иди собирай папу, я такси вызываю. Пойдем. Отстань. Да вставай, говорю. Ну ты кто вообще? Сын. Чей? Быстро домой. Не поеду. Вы либо сейчас едете, либо я вас тут всех размотаю. Аргумент. Ну, вроде ничего не забыли. Стоп. А где дети?